Давайте.
АСМРом увлекался, на самом деле. Никаким не мэром, а АСМРом. Вы слышите хорошо там, а у вас волосы в ушах, я понял. Ничего, расчесывайтесь, да. Расчесы, сейчас мы их будем убирать, короче, нормально все вам сделаем. Будете просто красавчиком. По крайней мере, хотя бы увижу, может, ваше лицо среди волос этих. Давайте, вот так, да. Вот так вот, хорошо. Хорошо. А, прекрасно. Значит, теперь смотрите. Теперь мы должны как бы взять наши ножнички с вами. Берите ножнички. У меня маленькие, у вас побольше, я смотрю, да. Прекрасно. Берите свои ножнички и начинаем как бы стрижечку. Начнем, наверное, с бороды, с бородоньки. То есть я давайте сейчас симуляция бороды, чтобы вы понимали, как это все. Вот у меня есть специально такая, видите, накладная борода. Вот фактически как у вас, только у вас метр на три длиннее. У меня просто старая модель, видите, как бы еще не отрощенная. Но как бы я заказал себе уже новую, поэтому в следующий раз уже я буду немножко точнее вам показывать. Поэтому сейчас вот смотрите, вот так вот берем, вот так берем. И вот так вот аккуратненько так. Вот так подстригаем так. Вот стригите. Да, я вам буду показывать сейчас, где стричь. Вот здесь аккуратненько так. Вот здесь вот так. Вот здесь. И вот тутоньки. Да, видите, как вообще у вас хорошо получается. Смотрите, а потом сможете свитер себе пошить и меховую шубу какую-нибудь из ваших волос сплести. Я не знаю, одеяло еще. Можно будет там много чего. Я смотрю, у вас там волос капец. Как много. Все прям заволосатились. Я не знаю, целым семейством. Там, ну, конечно, 5 лет из дома не выходить. Карантин. Вот, да. Понятно. Как же вы моетесь, капец. Я не знаю, прям отказа. Как? А, все, ладно, понятно. Ну, в принципе, это нормально. Да, сложно. Поэтому я понимаю, да, что вы так долго голову не мыли. Очень сложно помыть 5 метров волос, я думаю, да. Когда они намокают вас просто в ванную, вот так прижимают головой к этому самому, к полу ванной, да, я понял. Никак встать не можете, потом волосы перевешивать, мокрые, ждете, пока высохнут. Понятно, ну что ж, сейчас мы от этой проблемы избавимся. Мы очень сделали хорошо, что вы мне позвонили. Я думаю, что это правильное решение. Сейчас вот аккуратненько, вот подождите, теперь возле ушка, смотрите, аккуратно возле ушка, чтобы ушко ваше не повредить. Ай, ничего страшного, знаете, даже если так получилось, вам надо взять, вот вы прижмите кусочек уха, пока вот прижмите, оно сейчас прирастет, не переживайте, вам надо просто продезинфицировать немножко, берете спиртика чистенького, и вот так вот на спонжичек, так раз, вот так раз, вот так вот раз, взяли, вот так раз, и вот так приложили к уху, не надо прикладывать, вот так приложили, и ухо держим одной рукой, держите, подышите хорошенечко, спиртиком вас сейчас попустит, и как бы попускает уже, да, хорошо, не страшно, отпускайте ухо, да, продолжаем стричься дальше, вот так аккуратненько теперь с этой стороны стрижем, вот так вот возле височков, так аккуратненько, так вот стрижем возле височков, вот с этой стороны теперь с этой стороны все. Вот так раз. Да что ж такое-то, я не знаю. Срочно повторите со спиртом. Вот, да. Да, это уже в курсе сделал. Как все нормально, теперь все опять, да? Челочку, значит, смотрите, челочку аккуратненько, да. Вы берете, выше смотрите, да, в зеркало. У вас же зеркало за компьютером, я надеюсь. А, нет, ну тогда я показываю, а вы повторяете, вот так берете, аккуратненько так раз, вы не спешите, главное, сейчас глаз, самое главное, так раз сделать, так не раз, так где-то делать, так раз, так еще так сделать, так вот раз, и вот так вот еще так вот раз. Стричь, скажите мне, пожалуйста, ну я не знаю, вы же челку стригли, у вас брови просто высоко посажены, а у вас они высоко отросли. Ну да, теперь я вижу, какой-то неясный силуэт лица проглядывает, контуры. Ну ладно, хорошо, значит, что у нас, борода есть, бороду мы сократили, да. Кстати, распаковывайте следующий ящик с ножницами, потому что этот ящик, с которого вы брали, там уже, по-моему, заканчиваются острые ножницы. А вы точите их, я понял, хорошо. Значит, смотрите дальше, что показываю. Дальше мы стрижем
наматываем. Да капец, сколько у вас волос-то, блин. Намотали. Нет еще. Ладно, подождем. Конечно, подождем. Давайте, время-то идет. У нас же поминутная оплата-то с вами, а? Ну да. Намотали, хорошо. Да, прекрасно. Теперь берите топор. Берите топор и аккуратненько вот так положили, короче, голову на стол и аккуратно так перерубаем одним точным движением вот ту косу вашу так. Давайте, на счет три, давайте. Раз, два. Вот, блин. А, что-то вы отключились, что-то я. Алло, вы там как? А, нормально, вы приложите ватку приложите срочно туда. Да, ну волос-то получилось обрубить. Да, ничего страшного, нормально. Зачем вам 10 пальцев, я вас уверяю. И хватит всего лишь 8 и 7, ну и 6, как в вашем случае. Ну вот видите, сразу красивый человек стали. Красивый человек, просто замечательно, прекрасно. Давайте теперь усы будем отстригать, да. Берите за каждый кончик ус. Взяли за ус, за кончик, и за второй взяли. И вот так потянули. Не хватает рук-то, блин, ё-моё. А вы вот так, смотрите, подтягиваете. Капец просто. Сколько получилось? 8 метров. Охренеть просто. Я не знаю, что с вами делать теперь. Так, 8 метров усов. Знаете что, давайте не будем усы стричь. Сейчас модно. Вот так вот назад просто закиньте, знаете, так хоп и за голову завяжите. У вас как вместо маски будет ватно-марлевая повязка, то это как у вас будет такая усяная подвязка, повязка. Можно и подвязку сделать, у вас, наверное, хватит. Ладно, короче, значит, смотрите, что в этом плане. Вот я смотрю, у вас уже рот появился вроде там где-то, да, рот, значит, что мы делаем? Теперь нам нужно самое главное, то есть вот эти вот волосы, которые вообще в хаотичном порядке, вот они, их надо привести в порядок, надо сделать красивую стрижечку, понимаете? Для этого вам нужно аккуратненько, вот если у вас есть какая-то подручная средство, там линеечка, что-то вот такое, вот височки, да, сейчас сделаем височки, то есть берете линеечку, меряете расстояние, выстригаете с одного височечка, а получается так, выстригаете со второго, мерите расстояние, у вас должно быть одинаково, да, прекрасно, ой, перекати поле покатилось у вас там, а, это ваша собака, понятно, так, ладно, лосиное царство, ус, прям, я смотрю, вы прям сильно соскучились за нашими услугами, ага, ну да, давайте еще немножко вот здесь, и вот тут вот, я вам показываю, что ну, вон там же, а, это, извините, это волосы с подмышки, это уже не моя область, это вам надо идти, там, проходить депиляции, там, всякие и так далее, это мы подмышками не стрижем, нет, ну что вы, я элитный класс парикмахеров, я подмышками, не, я даже показывать не буду, как, ну, вы уже примерно знаете, да, наматывайте, понятно, да, ну, ладно, в общем-то, смотрю уже, что вы, в принципе, дальше можете сами, я так посмотрю, вы уже приличный человек стали, уже контуры даже вот головы проглянули, все прям по красоте. Теперь я вам рекомендую пойти помыть голову, у вас теперь не будет уже плющить к полу, и у вас все получится. Ну, а потом, как бы, феном вот это все про это самое избейте, потом все просто сбрейте от греха подальше, машинка для бритья есть же у вас, да. Ну, вот и замечательно, все. Спасибо большое, у нас ровно 15 минут с вами получилось общение, то есть $1500 с вас. Да. Нет налички. Ну, хорошо, тогда туалетной бумагой могу, да, взять. Да, рулон туалетной бумаги, да, подходит, конечно. Ну, сдачу вам, ты посмотри еще, какую сдачу еще запросил. Ладно, на сдачу даю две маски. Подходит. Все, отлично, договорились. Все, жду тогда курьера с туалеткой. Не болейте. До свидания. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал. А также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!